Номер 8, Салават Зайнуллин. Первый подход, спортсмены Республики Татарстан. Подъем защита. Номер 9. Асад Токиев. Первый подход. Республика Северная Осетия. Подъем защита. Номер 5. Николай Яков. Второй подход. Спортсмен из города Симферополь. Республика Крым. Подъем защита. Номер 13. Данил Козлов. Второй подход. Иркутская область. Город Диман. Неудачный подъем. Номер 13. Данил Козлов. Третий подход. Thank you.
Неужели подъем? Вес данный 125 килограммов. 125.
Второй подход. Отсеять Владимирской области.
Номер 10. Афан Сокер. Третий подход. Республика Северная Корея, Алания.
Сон 35. Вот сейчас сон 35. Вес остается прежним, 136 килограммов. Номер 3, Евгений Ильин. Третий подход к Курганской области, город Тарнинск. Thank you.
Внимание! Номер 10, Дмитрий Акрименко, третий подход.
Толкает, и он обойдет Владимира Капустина на 1 килограмм. Это борьба за призовое место. И, по-видимому, Дмитрий Акверенко остался без медали. 150 килограммов вес штанги, ассистенты. 150. Номер 14. Георгий. Мансийский автономный округ Югра. Пока Георгий Исаев второй. Вес штанги 150, третьему подходу вызывается номер 7 Владимир Капустин. Заканчивается соревнование в толпе спортсменов города Нерюнгри. Якутия. Завершил соревнование толчек 147, сумма 278. И пока он по собственному весу отходит 153. Неудачный подъем.
пока у него 277, остались 20 аргумена. Вновь вызывается Александр Курбачев. Третий подход. Кстати, он толкает шанс весом 153. Он в сумме наберет 283. А это выше норматива мастера спорта. Для 15-летнего шангиса молодого это очень высокий результат. Александр Курбачев 2000 года, ему 15 лет. Выходят лидеры, и, по-видимому, его 159 Исаеву. 159 ассистентов. Он уже завоевал второе место, и сейчас пытается выполнить норматив мастера спорта России. Номер 14. Георгий Исаев. Бесшансный 159 килограмм. 159 установить. Время в сопку. Внимание, судьи, представитель. Вес шанса 159 килограммов. Георгий Исаев. Толкает, и он мастер спорта России. Нет, еще 153 против установить. Ассистенты 153. Норматив мастера спорта он выполнил. Сейчас 163.